В детском саду «Парус», ранее принадлежавшем морскому торговому порту, продолжается ремонт в двух группах, так как городские власти планируют увеличить количество детей, которые будут посещать это дошкольное учреждение. Мы побывали на стройке несколько недель назад, когда она только начиналась. Сегодня здесь заменены окна, сделаны откосы, завезена сантехника, установлены бойлеры для горячей воды. В мойке ожидаем теперь только мебель для того, чтобы поставить раковину и ее подключить непосредственно к водоснабжению, канализации, горячей холодной воде, как положено. В раздевалочке тоже уже все готово сейчас под покраску. В группе номер 7 готово самое большое помещение. Здесь новые окна и уже поклеены обои. Но работы еще много. Напомним, городские власти поставили задачу сдать объекты к Новому году.